Эфемериды моей души? Нужно составить эфемериды своей души, подумалось мне, растревожить память, чтобы восстановить прошлые ключевые фигуры и ключевые моменты, каковы траектории, положения важных фигур, планет и не особенно важных иных звезд, астероидов, воображаемых точек, вычислить их аспекты друг к другу и знаковые констелляции, записать и отследить их транзиты, чтобы в любой момент можно было взять и уточнить текущее положение. Вот только бы определиться с системой, солнце ли я, и тогда все это вокруг меня. Или же я Земля? И кто же тогда Солнце? Эфемериды моей души?